День славянской письменности в Веделевке отметили ежегодным фольклорным фестивалем и открытием памятника Кириллу и Мефодию. Белорусы, сербы, украинцы, русские – всего более 500 участников. В разговорах между выступлениями выяснилось, что судьбы и родословные многих из них переплетаются, стирая границы. В Белгороде прошел турнир по пляжному волейболу класса «Хард». Это игра сильнейших любителей пляжников с большим опытом. На площадку вышел и старший сын легенды белгородского волейбола Сергея Тетюхина Иван. Сам олимпийский чемпион вместе с женой были среди болельщиков. Остались ли довольны увиденной игрой? Сегодня 100-летний юбилей отмечает пограничная служба России. В Новом Осколе в честь праздника открыли мемориал пограничникам всех поколений. Появился он по инициативе и на пожертвования новооскольских ветеранов службы. День славянской письменности в Веделевке отметили ежегодным фольклорным фестивалем и открытием памятника Кириллу и Мефодию. Белорусы, сербы, украинцы, русские – всего более 500 участников. В разговорах между выступлениями выяснилось, что судьбы и родословные многих из них переплетаются, стирая границы. В Белгороде прошел турнир по пляжному волейболу класса «Хард». Это игра сильнейших любителей пляжников с большим опытом. На площадку вышел и старший сын легенды белгородского волейбола Сергея Тетюхина Иван. Сам олимпийский чемпион вместе с женой были среди болельщиков. Остались ли довольны увиденной игрой? Сегодня 100-летний юбилей отмечает пограничная служба России. В Новом Осколе в честь праздника открыли мемориал пограничникам всех поколений. Появился он по инициативе и на пожертвования новооскольских ветеранов службы.